Для многих из нас понятие греха – книжно-кинематографическое, не имеющее отношения к реальной жизни. Подумаешь, ссоры, мелкое вранье, бытовое пьянство. Лишь столкнувшись с серьезной бедой, болезнями, разводом, наркоманией ребенка, мы кричим «За что?», обращаясь к Богу. И словно дети, ищущие утешение у матери, кидаемся в церковь, молим о помощи. Тут подчас и приходит впервые осознание того, что грех — это гораздо серьезнее, чем мы думали. И совершение греха оказывает губительные последствия не только для души, но и для тела человека, не только для жизни будущей, но и для жизни настоящей. Что такое грех? В Древней Греции, когда речь шла о поражении цели, люди использовали такое слово, которое обозначало промах, непопадание в цель, ошибку. Это слово впоследствии стало употребляться для обозначения понятия греха. Итак, грех – это промах, непопадание в цель. Это наша ошибка. Под грехом что же подразумевается? Рана, наносимая себе человеком. Болезнь, которую я сам себе насаждаю. Следовательно, человек приносит себе или явные страдания, которые очевидны, или же потенциальные страдания. История Юли так похожа на множество девичьих историй. У 20-летней девушки были добрые родители, стабильная работа, друзья, а в душе – пустота, мучительное переживание бесцельности происходящего, тщетное желание походить на ярких, берущих от жизни все подруг, желание любви, наконец. А вместо этого – слезы, мысли о смерти, скандалы с самым любимым человеком – мамой, недавно ушедшей из жизни. Сегодня в 34 года Юля уверена, что ее жизнь делится на два периода – до прихода к Богу и после. До – чтение распутной литературы, компьютерные игры, нелюбимая работа на винном заводе. Вспоминать страшно. Тогда играла в компьютерные игры, вот эти книги, все это тянуло вот просто вот куда-то меня совсем в другую сторону. Я чувствовала, что я умираю, чувствую себя очень плохо, мне не хотелось жить. Вот каждый день рождения я справлялась с такой вот горечью, мне было ужасно плохо, я думала, для чего я живу. И зачем родили меня мама с папой? Вот так плохо. Ничего в жизни не происходит. Никак все уже встречаются с ребятами, сверстницы дружат. Все, у меня в жизни ничего не происходит. И как-то вот так нельзя сказать, что взмолилась. В тот момент я просто обратилась, наоборот, не к Богу, а к другим силам. Ну вот мне захотелось в Луда. И долго ждать не пришлось. То есть вот такой грех был, потом был аборт. Каждые 6 секунд в России совершается аборт. Страна в буквальном смысле слова утопает в крови нерожденных детей. Десятилетиями складывающаяся система антисемейных ценностей буквально вколотила в головы женщин фашистскую теорию планирования семьи. Это привело к тому, что и 17-летние девчонки, и 40-летние женщины без особых угрызений совести решаются на убийство своего дитя. Сегодня в тысячах коммерческих и государственных больниц России аборты делают в день обращения. Получасовой наркоз, и проблема решена. То, что совершено самое жестокое и циничное убийство, не понимает до поры практически ни одна из них. Проблема аборта в том, что человек не понимает, что происходит убийство. Вот нет такого сознания. Многие люди даже знают, что это грех, что это
что это плохо, аборт, что это вредно для здоровья, что церковь это запрещает. Но осознание, что ты убил своего ребенка, вот этого осознания такого полного, его нет. Жизнь человека начинается с момента зачатия. Он как индивидуальность уже существует. Даже это, пусть это какое-то небольшое количество сгусток клеток, он уже обладает своим уникальным генетическим кодом. Он уже обладает теми чертами, которые будет иметь взрослый, ну, уже в зачаточном виде, но они уже есть. Бесплодие, уродливые отношения в семье, одинокая старость. За что? За что, кричим мы, принимая все, как несправедливые удары судьбы? Сказать просто так, что вот ты страдаешь потому, что ты грешный. Неверно, неправда, нет. Почему нет? Бог не судья, а Бог врач. Тогда, 14 лет назад, в жизни Юли тоже не было понятия греха, как и не было понятия Бога. Но совесть, душевные муки после аборта повергли девушку в отчаяние. После аборта было очень жуткое состояние, когда вот я лежала просто несколько дней в постели, не могла встать, вот так вот придавливал этот грех, постоянно плакала, не понимая, что со мной, как. Да сейчас я понимаю, что это вот последствия. Только вспоминаю свою бабушку, которая лежала на кухне, она за меня молилась, а я не знала, что есть такая молитва, что есть Бог, но просто чувствовала, что вот почему-то бабушка меня как-то помогает. Духовный переворот происходил у Юли постепенно. Начало этому было положено, когда она переступила порог храма. Тридцатилетний Артем работает в Воскресенском храме города Жуковский 2 года. Разве поверишь сегодня, что этот деятельный, интеллигентный человек в прошлом героиновый наркоман почти с 10-летним стажем? С 13 лет Артем употреблял алкоголь и наркотики. Начиналось все с модных развлечений. Клубы, тусовки, застолья. К 20 годам он дня не мог прожить без химических веществ. Был измотан ломками. Вредные привычки превратились в пагубные страсти, выросли в смертельную болезнь. Что такое страсть? Святые отцы говорят, что это то состояние души, когда человек, постоянно совершая какой-то один и тот же грех, так, настолько входит в него, настолько этот грех становится его, что это начинает становиться элементом его природы, становится привычкой, если хотите, той привычкой, без которой ему трудно буквально жить. Казалось, болезнь Артема необратима. Но мама привезла его в православную обитель по реабилитации алкоголиков и наркоманов. Обитель Тиль находится в Калужской области и создал ее бывший алкоголик, а ныне успешный предприниматель, человек православный, Михаил Морозов. Он сам не пьет уже 18 лет и безвозмездно пытается помогать зависимым людям. В основе выздоровления – отрыв от прежней жизни, труд в сельхозобщине и, главное, ежедневная, беспрестанная духовная работа. Пересмотр ценностей. Обращение к Богу через крещение и покаяние. Я часто сталкиваюсь, люди, которые посредством прихода в церковь, самостоятельного прихода в церковь, уже первое, что они обрели понятие греха, обрели понятие неправильного слова, неправильного действия, обрели понятие, что такое вообще страсть. И вот уже зная это понятие, уже не оправдывая себя,
А раскаиваясь в содеянном, пусть падай, вставай, и вновь вставай, и вновь падай. В молодости успешный фотограф Морозов к 35 годам неделями не выходил из запоев. Потерял работу, жил на детоксах, очищающих капельницах. И в физическом, и в духовном плане Морозов погибал. Свое выздоровление и успешность он называет чудом Божиим. Нередко в какой-то момент вдруг у человека происходит решительный переворот в его жизни. И я думаю, здесь нельзя сбрасывать со счета промысел Божий. И вот Бог мудрейшим образом выстраивает такую ситуацию вокруг самого человека, что тем или иным образом он его подталкивает к правильному выходу. Артем прожил в обители около 7 лет. По его признанию, главное, что он приобрел – вера в Бога. Вера его полностью изменила, избавила от смертельной болезни. Храм – это то, вокруг чего, наверное, должна строиться жизнь. Да, вот именно вот это, именно вокруг веры, да, вокруг вот этих вот вещей, которые именно, что несет в себе истинные ценности. То есть не то, что, да, вот как бы нам в массе своей предлагает мир, да, то есть вот какие-то вот оторвись и так далее, то есть, а тут это что-то такое вот настоящее, действительно. Когда человек действительно вот оказывается в этой точке X, то что делать дальше-то? Он не знает, куда. Вот в горизонтальном слое все, вроде он там все грехи, все вообще направления он прошел. Он и это попробовал, и то попробовал, и здесь он был, и там он был, все. И смысла никакого нет. Ни в чем нет в этом смысла. Вот он здесь оказался, куда идти дальше? Когда он впервые переступает порог храма, он вдруг начинает нащупывать вот это самое направление, совершенно другое направление, а направление это вертикальное, вверх, к Богу, к смыслу жизни. Елена – сестра милосердия. Она трудится в сестричестве великомученика и целителя Пантелеймона Московской епархии, опекает больных 67-й больницы. Елена родилась в неверующей семье и сама была до поры убежденной атеисткой. Пока? Пока не случилось настоящей скорби, пока я не поняла, что кроме Господа мне помочь некому, я осталась на руках с маленькими двумя детьми. Муж у меня был тяжело болен онкологией, и это продолжалось где-то на протяжении полутора лет. Вот он лежал в достаточно тяжелом состоянии. Я не могла, скажем, не физически, а морально мне было очень трудно перенести все, что происходит. Перед смертью муж Елены исповедал свои грехи и причастился. Супруги крестили детей. Промыслительным был приход Елены в эту молельную комнату. 10 лет назад здесь находилась женская смотровая. И в первый раз она сюда попала как пациентка после выкидыша. Второй раз Елена вошла сюда в белом одеянии сестры милосердия. Был у нас тут один такой больной, Евгений. Человек, скажем так, который не имел дома, который сидел в тюрьме практически всю свою сознательную жизнь. У него были полступни отняты на одной и другой ноге. У него был выбит левый глаз, но при всем при том, вот он какой-то был добрый, удивительно маленького роста, совершенно как ребенок. И такой, я не могу сказать, что беспомощный, но
какой-то вот Божий человек, было такое ощущение. Мы с ним стали разговаривать, и я поняла, что это просто история о блудном сыне. История этого блудного сына настолько поразила нас, что мы отправились в Ивановскую область, чтобы встретиться с Евгением, который после тяжких испытаний и потерь вернулся в свой дом. А дом этот – дом Божий, монастырь Ермолинская пустынь. Впервые он пришел сюда 8 лет назад, отсидев в тюрьме 3 срока. Воровство, грабеж, убийство, подрался с сокамерником, а между сроками бродяжничал. Прошел всю Россию с Дальнего Востока до Москвы. В Бога Евгений начал верить в тюрьме. Молился, читал Библию, даже собирал зэков-стариков, чтобы помолиться всем вместе. По мнению Евгения, только по воле Божией и выжил. Надоели эти вокзалы, не то что и правильно, постоянно водка, постоянно гулянка, и идти некуда. Вот. А то, что прийти в монастырь, это меня привел сам Господь. Ну и когда стал, значит, подходить сюда, увидел купола, думаю, так, у меня не было как раз молитва слова, я просто его потерял, у меня забрали малолетки, был трезвый. Ну, я думаю, все-таки я зайду в церковь, помолюсь, вот, а потом потихоньку и с Богом. При выходе у меня был уже не к Иисусу Христу, а к Пресвятой Богородице. Вот, я говорю, Пресвятая Богородица, ты видишь, в чем я нуждаюсь. Вот, помоги мне грешному изверку. Некоторые приходят сюда и чувствуют, что вот это их дом, это их вот родное место. Ну, может быть, не настолько, но во всяком случае, у Евгения вот именно так получилось. Ну, как он сам говорит о себе, что он бродяга. Вот непривязанность ни к месту, ни к людям. Вот это какая-то такая глубокая черта его. И он первый год так все поговаривал, что надо вот куда-то уходить, ходить. Он выполнял очень хорошо свои послушания, он сразу вот стал топить котел в храме, угольный котел. И как-то вот так зарекомендовал себя. Продержался Евгений 3 года. А потом ушел в сильнейший запой. Будто бес выталкивал его из монастыря. Доходило до такой степени, что говорить, в валидороге валялся, ну не мог просто встать, подняться, уйти. Ну, отец Варлам посмотрел, просто вышел, говорит, Евгений, давай попрощаемся. Ну, у нас, видите, здесь такая ситуация, уходят люди, которых выгоняют, потом они немножко встают, приходят к отцу Варламу, каются, и он их берет, потому что это такой человек, у него он очень жалостливый. Вот. Это Божий человек, он от Бога, поэтому, вот. Но он, когда выгонял, он и думал, вот, что я вернусь. Но Евгений пропал на целый год. В пьяном угаре ему выбили глаз, он отморозил стопы. В больнице все мысли Евгения были о монастыре. Нужно человек пройти свою меру страданий для того, чтобы вот вернуться в какое-то состояние осознания. Осознания себя, своей жизни, своей неправоты и желание, конечно, вот это изменить. Конечно, немногим выпадает такая тяжелая судьба и такие грехи. Но для Господа нет грехов маленьких и больших. Когда мы произносим слово «великий грешник», то очень часто мы понимаем совсем не то, что на самом деле должно стоять за этими словами. Кто великий грешник? И мы сейчас начнем убийца, там, развратник, вор. Нет. Да, это грехи страшные, конечно. Но не это великий грешник. Великим грешником
надо бы именовать того, кто уже становится практически неспособным к покаянию. А кто становится таковым? Те, которые видят себя праведными. Вот что самый страшный грех, который присутствует, кстати, в каждом из нас, только в разной степени, может быть, это видение себя хорошим. Людей безгрешных не существует. Духовное повреждение, страстность присущи человеческой природе с момента грехопадения прародителей. Смерть, болезни, отчаяние – все это Адам и Ева выбрали сами, противопоставив свою волю воле Божией. Этот выбор – по своей воле или по Божией – мы делаем ежедневно, ежечасно. Зачем ты это сделал? Предательство. Фильм Валерия Тодоровского «Любовник» посвящен теме лжи, измены, которая в буквальном смысле убивает главных героев. 37-летняя женщина, жена и мать, долгие годы живет двойной жизнью. Метания между мужем и любовником заканчиваются разрывом сердца. Муж узнает об измене и не может справиться с осознанием многолетней лжи. Он не в силах ни простить, ни смириться. Сердце героя также не выдерживает. Шекспировские страсти, толстовские герои, надрывы Достоевского. Все это живо, реально и неизменно до тех времен, пока борется Бог и дьявол, а полем битвы являются сердца людей. По-гречески метаноия – изменение образа мысли, ума, решительный поворот от греха к раскаянию. Это чуждое, это не мое, я не хочу. Это нужно, чтобы это исчезло. Вот это вот чувство, вот это вот состояние, святые отцы и называют это ненавистью к греху. И без этой неприязни, без этого отталкивания, без этого чувства того, что это не мое, я не хочу, чтобы это было моим, без этого трудно назвать что-то подобное покаянием. Истинное исцеление не было у наших героев сиюминутным. Долгие месяцы скитаний и боли потребовались Евгению для духовного перерождения. В больнице, где его оперировали, Евгений рассказывал сестрам, что мечтал бы вернуться в монастырь, да совестно проситься. Мне очень часто начал видеться вот этот монастырь. Я вот вижу, как иду по дороге, вот, как этими топками занимаюсь, как снег чищу, и это стоит все на виду. И вот тогда я стал молиться Богу и просить Его: «Господи, помоги мне вернуться в этот монастырь». Евгению помогли сотрудники Православной службы милосердия. Они созвонились с игуменом Варлаамом, и тот с радостью принял раскаявшегося блудного сына. Ну, я почувствовал, что если уже дошло до того, что он просится сюда, даже вот удивительным образом, все равно Господь как-то щадит человека. Вот он сам не мог прийти, там, например, не мог позвонить, но он встретил такого человека, который за него смог похлопотать, что называется.
Третий год Евгений живет в Ермолинской пустыне. Топит котел, ходит на службы и благодарит Бога. Юле потребовалось почти 5 лет, чтобы обрести внутреннее равновесие и восстановить телесное здоровье. Раньше была просто, ну, как бы действительно доходяга, как сказала та инспектор, все, Юля ваша долго не протянет. А теперь я слышу, как женщины жалуются, что вот мне там после 30 лет мне все хуже и хуже. Я думаю, как это, бедная. Я вот чувствую себя все лучше и лучше. Сегодня Юля с радостью, а не слезами, идет на работу. Она нашла дело по душе. Настоящее служение, которым можно назвать труд сестры милосердия. Медицинской сестры, приводящей болящих к Богу примером своего жертвенного служения. Сейчас, когда уцерковилась, я понимаю, что все, человек сам ничего не может сделать. Все может сделать Господь только вот через исповедь, с Божьей помощью. Вот как бы это вот ну, таким вот ужасным способом Господь показал, что вот на самом деле, что я просто вот пустышка, а действует, если вот человек изменяется в лучшую сторону, то только не сам, конечно, а под действием благодати Божией, Святого Духа, вот Господь действует в человеке. Побороть страсть, пагубную привычку одним усилием воли невозможно. В этом также убежден и Артем, 7 лет стоящий на пути трезвости. Вы знаете, вот на самом деле очень мало вот от меня зависит, я это понял. То, что вот как бы, когда Господь хочет, и он дает силы, то есть во мне силы нет, вот я точно говорю, все делается вот силой Божьей. Почему сам человек своими силами победить страсть не может? Она слишком сладкая, она слишком липкая, она слишком близко прикипела к сердцу, чтобы ее можно было простым волевым усилием взять и оторвать. Именно поэтому мы и говорим, что страсти победить вне церкви невозможно. Невозможно их победить вне действия Божественной благодати. Невозможно их победить без причастия тела и крови Христовых, в которых наше тело и наша душа получают своего рода некий эликсир бессмертия. Москвичка Ксения – успешный деловой человек. Она работает бухгалтером в частной фирме, но времени у нее хватает и на любимое увлечение – исторические и бальные танцы. Ксения ведет студию при Даниловом монастыре. Почему при монастыре? Потому что Ксения – человек верующий, а вокруг обители собирается замечательная православная молодежь. Воцерковленные люди, для которых исповедь и причастие – неотъемлемая часть жизни. При этом, заметьте, они отнюдь не постнолицые затворники. Путь к вере у Ксении, как и у большинства, был непростым и не сиюминутным. Сложные отношения в семье толкали к поиску ответа на вопрос, как жить, что делать, чтобы быть счастливой. В институте Ксения стала задумываться о вопросах веры и церкви. Год читала Евангелие, а потом переступила порог храма. Ну, поскольку уже я узнала, что причастие необходимо, и у нас так заведено, что такая хорошая традиция, что невозможно причаститься, не покаявшись. Тогда вот на том этапе мне это было действительно понятно до глубины души. И я очень, помню, очень серьезно готовилась к своей первой исповеди. Конечно, нужно осознать, собственно, что же ты там хочешь сказать, что тебя тяготит. Ну, то есть понимаешь, что если ты это скажешь, то ты как будто освобождаешься от этого. И можно начать все сначала. Может быть, уже нельзя что-то исправить, но по крайней мере, в себе, то есть как бы вот на этом поставить точку, как бы обещать, что ты вот был неправ и не хочешь больше этого повторять.
То есть вот засвидетельствовать это очень важно для души. Силой Божией в таинстве покаяния нам прощаются грехи. Но как часто исповедь подменяется формальным перечислением грешков и страстей, с которыми мы будто сроднились. Идет речь не только о том, чтобы посокрушаться о своих грехах. Мы иногда с огромным удовольствием это делаем. Речь идет о том, чтобы покаяться, измениться, стать другим и принести достойные плоды покаяния. Плоды покаяния – это такое состояние, при котором человек ни за что не повторит грех, в котором раскаивается. Не повторит не просто потому, что он этого не хочет, а потому что он грех возненавидел. Плодами такого глубинного покаяния, которому Михаил Морозов шел, по его словам, 4 года, стали не только здоровье и радость жизни, но и силы для нового дела. Морозов содержит обитель, реабилитацию в которой безвозмездно прошли 600 человек. Трезвость, она дает возможность ощутить вот эту вот реальность. То есть, да, наверное, то, для чего человек и создан, да, то есть именно для жизни с Богом, да, для вот этого вот духовного возрастания, когда человек понимает, что нет каких-то случайностей, то, что все в жизни достаточно серьезная закономерность существует, и все те ситуации, которые происходят с человеком, они все его шлифуют, и шлифуют именно в лучшую сторону, то есть вот по воле Божьей они с человеком происходят, и пройдя через них, человек становится в каком-то смысле опытным. Может быть, как-то вот хоть чуть-чуть лучше становится. Двадцати трехлетний Алексей Черкасов родился в семье военнослужащего. Много ездил с родителями по миру, хорошо учился. Но центром, сутью его жизни, всегда была вера в Бога. Сначала к православию пришла бабушка Алексея. Она привела 9-летнего внука в храм. Я помню, когда я ходил в храм, довольно часто ходил в храм, то есть в выходные я ходил на все службы всегда, там, субботу утром, вечером, воскресенье утром, вечером, на все праздники. Папа стал удивляться. Я помню, что его стало удивлять, почему человек, такой еще совсем юный, в выходные дни, казалось бы, когда нужно отдыхать, рано утром встает, куда-то идет, и вроде нравится ему это, зачем? И он стал задумываться сначала просто, ну, что заставляет человека куда-то идти. Удивительно, но в этой семье сын привел к вере родителей. Мама стала петь на клиросе, церковной жизнью стал жить отец, побывав на святой земле. Сейчас вот иногда он говорит, даже я не представляю, как можно в воскресенье там не пойти на литургию. Ему кажется это чем-то совершенно необычным. Хотя вот много лет назад ему казалось необычным наоборот, что кто-то идет из его семьи. С детства Алексей решил, что будет священником. Путь к этому – его учеба и работа. Он – аспирант Свято-Тихоновского университета, преподает студентам младших курсов учения о таинствах церкви. Потому значение покаяния и исповеди Алексей воспринимает столь глубоко. То, что пишет апостол Павел в послании к римлянам, он говорит: «Я хочу делать одно, но делаю другое». И вот это противоречие, оно в каждом человеке есть. Вроде человек хочет исправиться, хочет жить лучше, в нем есть вот этот импульс, есть эта искра, есть это желание. Но вновь и вновь он возвращается к тому, что уже было. И опять отрывает себя от Бога. Но Господь, Он не закрывает для нас дверей. Да? То есть вот очень интересный образ, когда стоит Христос, у двери и стучит в дверь нашего сердца,
Но если присмотреться, на этой картине есть интересная особенность. Она заключается в том, что ручка есть только со стороны, с той стороны, где стоит Христос, там ручки нет. Да? То есть он не может в нашу жизнь ворваться, вломиться, но мы должны сами эту дверь открыть. Исцеляя расслабленного, Христос произносит: «Прощаются тебе грехи твои». А на недоумение фарисеев отвечаю: «Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи?» Прощение и выздоровление в православии – синонимы. Мера исцеления – сила веры и смирения. Любовь у нас была такая больная. Очень яркий случай меня поразил. Я поняла для себя, что наши грехи, я читала много раз, что наши грехи смердят у святых отцов, это читала, но не понимала, что значит смердят. И вот был как раз, Господь мне показал, что это значит. Я зашла в палату к этой больной. Меня поразило то, что обстановка в палате была настолько гнетущая, настолько тяжелая. В общем, очень хотелось оттуда выйти поскорее. Мало того, что это было очень тяжело, вообще пребывание там, там был невероятный запах. Запах был такой силы, что мутило невольно. Очень хотелось выйти. У нее был рак груди, и, видимо, это уже была последняя стадия, рана была открытая. Елена уговорила любовь пообщаться со священником. О том, чтобы исповедаться и причаститься, и речи не шло. Так враждебно была настроена больная. Мне показалось, невероятно долго он пребывает в этой палате. Я так потихонечку приоткрыла дверь, заглянула. А отец Алексей стоял перед ней на коленочках и у самого ее уха что-то ей долго-долго говорил. Я еще поразилась, думаю, такой запах сильный. Я стояла далеко от нее, и то мне было очень нехорошо. А тут вот прямо вот у самого уха. Вот. И через какое-то время он вышел, говорит: заходи, будем причащать. Через несколько дней после причастия Елена, зайдя в палату, поразилась произошедшей перемене. Смрада не было, а состояние больной улучшилось. Самое удивительное, у нее раны не кровоточили. То есть это были запекшиеся, обычные такие вот, раны. И она была, в общем, достаточно спокойной. Вот меня поразило, что обстановка была уже не настолько гнетущая, а как бы, обычная обстановка больничная, и больше ничего. Я подошла к ней. Лицо уже совершенно нормальное, то есть абсолютно не напряженное. Она просто лежала с закрытыми глазами. Я к ней подошла. Я говорю: здравствуйте, любовь. Я говорю: как вы себя чувствуете? Она говорит: все, слава Богу. О чудотворности истинного покаяния рассказывает фильм Павла Лунгина «Остров». Фильм, потеснившие в рейтингах популярности и боевики с миллионными бюджетами, и экстравагантные комедии. До сегодняшнего дня «Остров» остается одним из самых покупаемых фильмов на DVD. И это очевидное подтверждение того, что ни прагматизм, ни скепсис современного мира не может обесценить христианскую идею о всепобеждающей любви Бога к раскаявшемуся человеку. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Бог выше любого греха. Нет никакого греха, нет никакой человеческой мерзости, подлости и непотребства, которое оказалось бы сильнее божественной любви, божественной милости и божественной силы. Господи, я стану. 40 лет слезного, беспрестанного покаяния инока Анатолия явили чудо. Время словно вернулось вспять, не дав совершиться убийству. Прости ты меня. Прости за все. А? Давно простил. Thank you.
«прости», которое мы так редко произносим, одно из главных слов в нашей жизни. Попросить прощения – это снова полюбить ближнего, отринуть гордыню. Простить – ответить любовью. Что может быть важнее? Первое действие, которое человек должен совершить после осознания своей вины – это попросить прощения. Попросить прощения у Бога, попросить прощения у ближнего. Мы часто ссоримся, да. Часто ссоримся и очень трудно миримся. То есть, ну как-то... Вообще, это очень больная тема, на самом деле. И, ну, мне кажется, мы еще не умеем просить прощения друг у друга, да, это очень важно. Бывает в жизни, мы поссоримся там с близкими или с родителями, невольно их обидим или огорчим, или наоборот, там, по своей какой-то гордости что-нибудь скажем нехорошее. А потом возникает желание примириться, потому что человека ты любишь, ты понимаешь, что из-за того, что ты плохо сделал, все равно он тебя любить меньше не будет. И хочется вот это вот единство, вот эту вот совместную радость, совместную жизнь восстановить. Родные, простите, пожалуйста. Хочется просить прощения, потому что я тоже много делаю, много разных пакостей иногда. Вот, простите меня за все. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Я всегда теперь тебя буду слушать, ну, по мере возможности, конечно. Я прошу прощения у людей, у знакомых больше, которым я редко могу просить прощения. Милые мои и дети, и мои родственники, прошу прощения у вас, простите меня, простите, пожалуйста.